С 30 января по 26 февраля инспекторы ГИБДД проводили социальный раунд «Маленький пассажир, большая ответственность». Это комплекс информационно-просветительских мероприятий, который направлен на обеспечение безопасности детей в автомобиле. Одну из традиционных составляющих проекта «Рейд детское кресло» сотрудники госавтоинспекции провели вместе с нашей съемочной группой. Нулевой километр Егорьевского шоссе – один из самых оживленных участков дорожного движения. Зачастую становится местом проведения профилактических рейдов ГИБДД. И вот очередная массовая проверка. Операция проводится, детское кресло. Детей же без кресел не перевозите? Вообще детей нет. Ага, вдвоем, да? В другом автомобиле дети оказались, а точнее полуторагодовалый пассажир. К маме-водителю инспекторов замечаний нет. Каждую поездку непременно я ребенка перевожу в кресло. Это очень важно, потому что это безопасность наших детей. Чтобы водители не забывали об этом, сотрудники госавтоинспекции вручают им вот такие памятки. Пример, как нужно пристегивать детей. Не нарушайте. Все, всего доброго. Детское автокресло необходимо использовать с самого рождения малыша до 7 лет. Далее оно понадобится, если ребенка будут переводить на переднем сидении до достижения 12 лет. На задних рядах школьников можно пристегивать только ремнями безопасности. В случае выявления нарушений перевозки несовершеннолетних на водителя составляется административный материал по статье 12.23, часть 3 Кодекса административных правонарушений. За это нарушение предусмотрен штраф 3000 рублей. Если водитель согласен с постановлением и не планирует его обжаловать, у него есть 20 дней на оплату со скидкой 50%. Луиза Егиасарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.